Всем хай, welcome на канал RobloCam, с вами Raven. Сделала я мега призрачного волка и сегодня покажу вам, что могут предложить за данного питомчика. Не будем тратить время, go смотреть предложение. Линда 234671 хочет предложить за мега призрачного волка обычного призрачного волка. Серьезно? Человечек сам понял, что что-то не то предлагает и отклонил. Еще трейдик, неон Эвил Чикатрис, еще пэтиков предлагает, но неоночка, но пушен. Я уверена, что найти можно лучше предложение за мега гост вулфа. Еще предложили флайрет коровку, она ценится плюс-минус как неон легендарочка, неплохо, милая коровка, но посмотрим еще офферы. В следующем трейде хотят обменять на МФР черную кошку-мумию, она анкомонка. А у меня редкий волк, хотя волки также часто попадались из боксов, как и черная кошка-мумия. Но за волка призрачного вы можете получить неон легу, а за прошлогоднюю вряд ли. Еще трейдик, еще раз предложили мега рай черную кошку-мумию, НФР камень, три неон слизняка. Это хорошее предложение, но я предпочитаю леги. Еще и неон волпритингера добавили, вы, ребят, можете выбирать тех пэтов, которые вам нравятся. О, еще раз коровку поставили, но без зелек. Я не коллекционер ноупушен пэтов, так что продолжаем трейдить. Этому человечку очень нравится этот волк, скорее всего. Второй раз кинул трейд, уже видоизменил свое предложение. Прости, пожалуйста, но я ищу другого пэта. Здесь мне уже Ауси Эг предлагают, Химеру, Стрекозу, Райтовичку, Гостиков, Муленка. Сорян, что отклоняю. Еще одно предложение, флайрет летающая лошадка, и еще пэтиков поставили, ну лично для меня невыгодный трейд, на мой взгляд. Еще один сервер, мега райт пуделя поставили, муравья, крекет эг, но мега пудель в игре, а у меня ивент питомец и мега моя новее, так что сори, антивай. Еще раз этот же человечек кинул трейд, это видоизмененное его предложение, сори. Ребят, мне предложили НФР гиену, я считаю, что это круто за эту мегу получить такого питомца. Ладно, я согласна. Мне отклонили. Очень жаль, а гиенка прикольный old pet. Ой, третий раз кидает мне человечек уже трейд с мега пуделем. Я извиняюсь еще раз, но не могу я согласиться. А вот Sunshine 012877 предлагает колясочку, но она не настолько ценная. Если бы коляска гроб с Хэллоуина, я бы согласилась, а так нет. Предлагают золотых драконов, неон манки, это маленькое предложение. А вот еще офер фла летний морж, это мега маленькое предложение за эту мегу. Еще офер неон райт свон, я люблю лебедя, мега у меня есть, он ценится в неоне как легендарочка, но я еще посмотрю, спасибо за хорошее предложение. НФР Альбина Бет, маловато за эту мегу. Еще офер НФР Глиптодон, королевский спаниель, Мерхор. Сменила еще один сервер, и тут мне сразу предлагают НФР золотого единорожку. Это круто. Я считаю, это хорошее предложение, так что можно соглашаться. Но я еще посмотрю. НФР Пчелка, несравнима с прошлым трейдом. НФР Красный Дракон и Призрачные Волки. Но, к сожалению, это не ценная легендарка. Круто оценили мегу Райт Лебедь. Очень вряд ли кто-то согласится на этот трейд, и вам не советую. Еще предложили НФР Юни. Пока я отвечала, мне отклонили. Выбирайте, ребят, такой офер, который вам нравится. Еще предложили неон со сквоча. Мне уже второй раз предлагают НФР Альбина Бет, но это мало. Так, в следующем трейдике мне пишут, что добавят все, что у них есть, окей. НФР пандочку поставили, еще неоночки, легендарных пэтов, яйцо лесное, звездочку, крекет эг. Хорошее, в принципе, предложение, но я ищу другого пэтика, так что извини. Ребят, мне предлагают три неон госта, мега муравья. Это хорошее предложение, если хотите, то можно соглашаться. Круто, но нет, спасибо. Осьминожка, но он не настолько ценный. Вот еще офер, милые пэтики, мне нравится, Fossil Egg. Я ответила антивай, и мы одновременно отклонили друг другу. Человек пишет, позволь добавить, окей, no problem, много питомцев, right. Через время таких предложений вы не увидите за эту мегу. Вот такие трейды были на мега призрачного волка. Надеюсь, вам понравилось видео. Благодарю за просмотр. Всех люблю. Пока-пока.